Перед тем, как приступить к практическим занятиям, инструктор проводит с бойцами спецподразделений Росгвардии подробный инструктаж о видах и способах беспарашютного десантирования. Особое требование – безопасность. Побыстрее спускайтесь, чтобы были случаи, когда человек на середине каната почему-то резко останавливался. Вот, там, конечно, выпускающий маленько плохо вел, ну, не смотрел, сразу выпускал второго и уже третьего за ним. А тот внизу еще не сел. Наконец, инструктаж закончен. Группы на боевых позициях. Десантирование происходит канатным способом с высоты 15 метров, а с использованием спецснаряжения 25 метров. Для успешного выполнения в воздухе бойцы отрабатывают алгоритм действий на земле. После спуска при десантировании штурмовым способом бойцы занимают круговую оборону. Дальше выполнение поставленной задачи. Командование внимательно наблюдало за действиями групп. Сегодня в ходе проведения полевого выхода отрабатывалась десантно-штурмовая подготовка специальными подразделениями Росгвардии. По учебному вопросу действия штурмовых групп при высадке на труднодоступную ограниченную площадку приземления. Все учебные вопросы выполнены в полном объеме без происшествий по личному составу. Такие тренировки имеют большое значение. Бойцам Росгвардии всегда нужно быть готовым к реальным опасностям в любых условиях и при любой погоде. Вадим Трифонов, Юрий Егоров. Новости.